Ох, ребята, сегодня будет тяжелый день, но к этому мы готовились очень долгое время. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Кофи, и это проект GTA PTRP сервер Sunrise. Ребят, сегодня реально будет очень тяжелый день, потому что эй, молодой! Чего надо-то? Молодой. А вы уже подъехали? Здравствуйте, здравствуйте. А вы мой личный водитель на сегодняшний день, правильно? Отлично, прекрасно. Смотрите, ребята, какой у нас уровень подготовки. Итак, давайте я вас просто веду сейчас курс дела, что у нас сегодня будет происходить. Вы этого ждали безумно долгое время. Вы ждали эту свиданку на протяжении почти 2 месяцев, ребят. Но по каким-то причинам у нас не получалось все это сделать. Все было очень тяжело, но наконец-то мы собрались. И сегодня у нас будет долгожданное продолжение нашей свиданки с той самой девушкой, которая проиграла Гэттер. Она нас уже ждет. Смотрите, ребят, чтобы вы понимали, какой уровень подготовки у нас сегодня, мы взяли Пуму и Майбах просто в аренду, понимаете, да? Я нанял личного водителя Александра. Александр, кстати, поздоровались. Сейчас у меня стоит, братишки. А что так дорого богато? Скажи, пожалуйста, 100 тысяч час, ты слышишь, а? Я пойду другого тогда водителя. Я тогда в машину не сяду, раз у вас такие ценники нет. Ладно, так уже быть. Так уже быть. Сел, поехали. Значит, смотри, Саня, наша прекрасная девушка ждет нас у Мэри, поэтому отправляемся сейчас прямиком туда. У Мэри, все правильно. Друзья, я вам хочу сказать огромное спасибо, что вы наконец-то дождались этого момента, когда вы дождались, что у нас наконец-то... Извиняюсь, пристегнулся, все нормально, да. Ребята, огромное вам реально за это спасибо. Масочку, какая маска, Саня? Да что ты прикалываешься, или что? Ребят, я вам хочу напомнить, что вы всегда можете поддержать меня, игра на нашем сервисе. Здравствуйте, всегда можете ввести мой промокод кофе, который дает вам 12,5 тысяч баксов и статус на 10 дней. Если вы вдруг до сих пор не знаете, как это сделать, сделать это можно максимально просто. Заходите на любой сервер, нажимаете на кнопочку F10, далее переходите вот сюда, так вот шестереночку, вот сюда вот промокод, и вот сюда просто вписываете промокод кофе. И все, ребят, все максимально просто. И я каждому благодарен, кто это делает. Вы очень сильно помогаете, вы очень сильно реально поддерживаете. Ну а мы возвращаемся к нашему долгожданному свиданию. Я, честно говоря, реально переживаю. Саня, ты что так медленно доедешь? Вы не доплатили за скорость, извините. Да, не доплатили за скорость. Ну, конечно, не доплатил. Давай тапку в пол и поехали. Так, ну вот Мэри у нас, собственно говоря. Ну, где-то там на лужайке стоит, она сказала, где-то на лужайке. А вот, смотри, вон она, походу. Блин, я даже, честно, соскучился. Мы не виделись с ней 2 месяца, прикиньте. И все это время непонятно кто. То ли я, то ли она ждала это свидание. А вот и она. Привет. Привет. Как ты? Как дела? Слушай, мы не видели с тобой 2 месяца. Это пипец просто вообще, представляешь? 2 месяца. Слушай, у нас сегодня будет очень насыщенная программа. Ты как, вообще готова к ней или нет, скажи? Ну, тебе 100% понравится, я тебе отвечаю. Я просто, понимаешь, я в душе романтик, там все дела. Вот, поэтому... А, погоди, стой, кстати, секундочку. Я забыл цветы подарить. Романтик! Да, Соня, это тебе. Ну, это так, знаешь, чисто, да. Маленький подгончик в честь начала, в честь встречи нашей, так сказать, и вот за наш день сегодняшний. Слушай, давай проследуем в автомобиль, вон тот беленький. Вот. В общем, сегодня реально все будет просто лакшери, ну, все 100% понравится. Пройдем. Саня, а ты можешь выйти, пожалуйста, из машинки и открыть дверьку, если тебе не тяжело? А как я ее открою? Ну как-нибудь открой, Саня, ну как? Слушай, ты водитель личный, это хуй. Я не могу открыть. Погоди, тихо, она что-то говорит. Что говоришь? Машина неплохая. Машинка неплохая. Так я говорю, у нас сегодня все расписано, все дорого-богато. Садись, присаживайся. Ну, Саня, слушай, реально, будь я на месте девушки, мне бы это понравилось, не знаю. Такой уровень подготовки, вот это все. Типа открыл. А что я сейчас с ним? А, типа открыл. Ну, молодец, молодец. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты вообще голодная? Да, вот пока сидела, тут прикладывалась немного, да. Отлично. А, водитель, да, дорогой водитель, можете, пожалуйста, тогда отвезти нас в самый лучший ресторан в этом штате? Очень дорогой, надо так говорить, очень дорогой. Дорогой, 100 тысяч час, офигевший вообще, а? Блин, я реально нервничаю, типа, не знаю, вообще. А как ты думаешь, я Астон Мартин заработал? Понятно. Я очень дорогой. Так, мы сейчас с ним усядемся, ребят, в ресторан, там уже все приготовлено, там у нас уже самый лучший шеф-повар, так сказать, нас ждет. Ребят, реально сегодня все по фэншуйчику. Кириссимус Варпасиус, он, ну да, тот самый. Именно тот самый. Так, погоди, сейчас я выйду, подожди, дверьку открою тебе, секундочку. Так, ну надо же поухаживать, подожди. Спасибо, да. Все, пошли за мной. Она типа подыграла мне, что я открыл ей дверьку. Ребят, ну реально в ресторанчике нас уже ждет реально самый лучший шеф-повар, понимаете, вообще на всем белом штате. У него есть звезда, мини-член. Здравствуйте, а у вас вообще заведение работает или как? Извините, а у вас вообще заведение работает или нет?
нет. Какие люди льнятся, что? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А подскажите, слушайте, пожалуйста, подскажите, да, у вас да. QR-код есть? QR-код на посещение, ну как бы, что вы там прошли все. Да, да, давайте без, давайте без этого, давайте без этого, давайте без этого. Мы, ну, на веранде, хорошо, мы, на веранде сядем, дорогие, мы на веранде сядем, мы на веранде, мы на веранде сядем. Пойдем, пойдем, я кое-что вам покажу. Очень давайте, интересно. Давайте, давайте. Но у вас же заведение работает, у нас просто свидание, и как бы, ну, хотелось, понимаете, по именно потрапезничать в вашем заведении, как бы, да. Отлично. Так, Александр, подождите меня пока что в автомобиле, если вам не тяжело. Со мной лучшие места для гостей вы сняли. Отлично. Отлично, отлично. Такую вот, посмотрите, как вам. Ой, слушайте, хорошо, прекрасно, тут прекрасно. Тут как бы мы уже кофеечку вам принесли. Прекрасно, спасибо, спасибо, спасибо. Здесь спасибо. Вас никто не тронет, никто не подойдет. Делать можете все, что угодно, все, что душе пожелает. Хорошо, и хорошо, хорошо. Снаружи, так что тоже никто ничего попарадки. А скажите, пожалуйста, у вас ваз есть, чтобы цветочки можно было поставить? А вы можете мне передать их, я их в вазу поставлю, и потом, как уходить будете, я их заберу, если хотите. Хотите. Маша, что, цветочки передашь или ты у себя их хранить будешь? Блин, ребят, реально вообще переживаю пипец, я не знаю. Свидания капец давно не было, и я вообще уже забыл реально каково это, понимаете? А что у нас по меню сегодня, дорогой шеф? Кириллиус Варпачиус. Я вам теперь вот здесь вот буду говорить, давайте, чтобы давайте, было удобнее. Давайте, 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 да. Так, смотрите, у нас есть салат капризе. Так, капреза, 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 правильно. Что ж за шеф-повар такой? Я шеф-повар, мое название. У нас есть роллы, роллы есть. А какие роллы, какие роллы? Овощные. Овощные, так, хорошо. А что еще? Есть венцо. Ага, так. Стейк. Так. Салатиком, между прочим. А, отлично, и что еще есть? Вино и яблоко в карамели. Ой, ну хорошо. Слушай, ну я бы на самом деле взял все просто. Я настолько я очень голодный, реально, я целый день ничего не ел. Как пожелаете, сейчас я быстренько, одну минуточку, я все это приготовлю. Прям вот одну минуточку я приготовлю, вы пока пообщаетесь. Ну давай, 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 и давай. Я вам давай. Все принесу. Ну давай, 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 давай. А ты что заказала себе, я не услышал? Яблоко в карамели. И все, это только десертик, а как же, ну, ты что? Ну это типа девочка домой придет, пельмени оставит. А, ну я забыл, после шести типа не есть, да, вот это все. Эй, шеф-повара, можно потише там, пожалуйста, а? Нельзя, я готовлю вообще-то роллы. Дай мне с девушкой пообщаться, пожалуйста, а? Да, потише можно, а? Слушай, ну рассказывай вообще, как у тебя дела? Что нового вообще в жизни происходит? Да все потихоньку, вот недавно на работу устроилась. Реально? Куда? Да-да, в больницу. А, ты теперь в больнице работаешь? Да. Слушай, круто, да, круто. Да, я просто очень... Хулю, мне яблоко и карамели! Я понял, я понял. Слушай, ну, я тоже, типа, немного потихоньку расцветаю тут вообще в штате, тут бизнес там вообще, всякое такое. Вот недавно приобрел себе магазин с иммунацией, вот, первый бизнес, вот, надеюсь, собственно, с ним все будет хорошо. Где наша еда? Там скоро будет вообще или нет? Мама мия! Сколько еще готовиться будет у нас, я не понимаю. Так, погоди, я тут это, уничтожал... Что ты сейчас говоришь? Гарнир. Слушай, вот, магазин иммунации приобрел буквально недавно. Вот, правда, очень дорого, и вот пока дела, конечно, не так хорошо идут, как я ожидал, но надеюсь, со временем все стабилизируется, вот. Ну, тяжело. О, здравствуйте! Здравствуйте, еще раз я приготовил вам ваши блюда, давайте я вам их это предоставлю. Давайте, 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 спасибо, спасибо, спасибо. Так, смотри, девушка заказала лишь только карамельное яблоко, так что ей только десертик. А мне можешь передать все, что... А, подожди, стоп, погоди секундочку. Мария, извиняюсь за вопрос такой, а мы сегодня пьем с вами или нет? Да. Чуть-чуть можно, я думаю. А почему чуть-чуть? Я не люблю много пить. Ну ладно, там где один бокальчик, там и второй. Так, шеф-повар, можно нам, пожалуйста, и винишко? Девушка заказывала только карамельное яблоко, так что ей только карамельное яблоко. Я слышал свой заказ, молодой человек. Точно слышали? Я на всякий случай вам это повторил. А так что, вы еду давать будете сегодня или нет? Я не понимаю. Что за обслуживание у вас заведение, а? Я, между прочим, Олег, тебе всю еду отдал. Че ты тут на меня балагозишь? Я тебе отдал все. Где? Ой, простите, это я вам так много еды передал? Можете, пожалуйста... Да, я просто... Можете, пожалуйста, своему другу вот этому вот... В смысле другу? В смысле другу, Кирилл, ты чего? Олег, ну я уже вижу ее взгляд, она смотрит на тебя как на друга. Ясно! Понимаешь, френдзону в GTA 5 RP никто не отменял. Ясно! Как бы она распространяется...
просто на все сервера и в жизни. Ясно. И вообще на все. Все, можете, если пожалуйста. Если ты рассчитывал все, на какой-то поцелуй. Шеф-повар, все, можете, пожалуйста, покинуть помещение? Хорошо, спасибо я большое. Покидаю все. Помещение. Все, спасибо большое. Хорошего вам вина проведения, хорошей карамели спасибо, поедания, спасибо большое, овощных спасибо. Роллов. Если я вам понадоблюсь, просто... Вот так вот свистите, я подойду. Обязательно, обязательно, все, спасибо большое, спасибо большое. Тебе же больше подойду. Ничего не нужно? Ты точно уверен, что ты наешься этим карамельным яблочком? Я думаю, на пару афроамериканцев. Ну смотри, еще рядом. Да? Немного. Ну не, фигура, конечно, прекрасна, с этим не поспоришь, как бы тут да. А у тебя налито? У тебя винишка-то есть или нет? Да, да. А, все, ну давай выпьем за встречу. Давай выпьем за встречу просто. Ну реально, просто так долго, понимаешь, этого не было. Я реально соскучился. Нормально, кстати, бутылочка. Слушай, мы неспроста приехали на самом деле в это помещение, потому что здесь, как бы, ну, реально хвалили поваров, как бы, и, собственно, мы приехали именно поэтому сюда. Что еще нового рассказываешь? Что еще происходит в жизни у тебя интересного? Да, я говорю, ничего особо интересного. А как вообще работать скоро? Ну, тяжело или нет? Ну, вообще, когда как? Особенно, когда у меня А ты как? Ты как на выезды? Ты по выездам работаешь или в самой больнице? Ой, и в самой больнице. Там по сменам зависит. А, ты по сменам еще. Да, ты хоть да. это отдыхать успеваешь или нет? Что там? Да, бывает иногда. Какие-то ну, в основном работаешь. Ну, молодец. Интересные. Молодец, молодец. Красава, за это реально респект. Какие планы на будущее вообще? Ты, ну, профессию не собираешься менять? Ты так и хочешь быть? Возможно. Да, я хочу остаться врачом, но хочу пойти по узкой специальности, вот, и открыть свою частную клинику. О, ничего себе. Слушай, это круто. Это круто. Это прям прикольно. Когда уже закончат балкон? Да чё? Чё они так говорят? Чё они так... Слушай, ну, в любом случае, удачи. Я уверен, у тебя все в этом получится. Самое главное, никогда не сдаваться, запомни. Вот это вот золотые слова, которые говорит абсолютно каждый человек, но это действительно так. Это, ну, нельзя сдаваться, нельзя отпускать дело, если ты прям вот сердцем и прям живешь этим. Вот нельзя, нельзя. Так что обязательно когда-нибудь все у тебя получится. Ты на бизнесе хочешь построить? Слушай, я пока не знаю, честно. У меня вот есть своя организация сейчас и еще параллельно бизнес. Вот. И как-то мы сейчас крутимся, там, вертимся там туда-сюда и как-то потихонечку растем. Вот. Но надеюсь, что в скором времени вообще там мы разрастемся до еще больших высот и у нас вообще еще все будет лучше. Ну, я рад. Желаю вам удачи. Спасибо, по-ворски большое. Слушай, ну ты как, поел уже? Ты съел карамельное яблочко-то или нет? Да я потихонечку тут грызла, пока мы тут А, ну как, тебе вкусненько, нет? Да, неплохо. Просто мне мой салат вообще не понравился, отвратительно. Мне кажется, шеф-повар вообще не тот, который должен был быть. Я думаю, надо будет плохой отзыв оставить обязательно в книге жалоб. Да можно прям вот на сайте. Вот, да, вот прям вот так вот сделать, отлично будет, мне кажется. Можешь от меня написать там какие-нибудь прям вообще... О, отлично, отлично. Напиши, что шеф-повар ужасный, помещение ужасное, крысы бегают, тараканы, вот это все сразу. Да, бегают, что они пишут? У тебя есть пистолет? Одну девочку поставила, нормально будет. Молодец, молодец, молодец. Слушай, что, поехали отсюда? Мне кажется, нам пора уже уходить реально отсюда. А тут что-то... Да, мне как-то в голову бахнуло. Вот, то же самое. Но вот поэтому у нас сегодня есть водитель. О, а вы уже все уходите? Здравствуйте, да, еще раз. Мы все уже уходим. Да, а можно, пожалуйста, мне оплатить как бы... А за что? За приготовленный обед. А сколько? Какой там счет вышел? А, ну где-то 58 тысяч долларов. Вы что, прикалываетесь? Слушайте, вы пришли в элитный ресторан, который находится какой прямо на вершине элитный ресторан? Голливуда. У вас тараканы бегают, мы сами видели тараканы. Во-первых, вы когда открывали меню и заказывали, вы смотрели на цены? Нет, так в смысле, мы не открывали меню, вы нам устно просто... Слушайте, устно... я бы на вашем месте не позорился. Так вы нам устной форме сказали все это, вы что? По ценникам вы нам ничего не говорили, меню мы не открывали. Но вы знали, в какой ресторан. Не, я не собираюсь платить, я не собираюсь платить. А что вы с этим сделаете? Выйдите отсюда. В смысле, мы не выйдем отсюда? По-моему, мы с легкостью сможем выйти отсюда, смотрите. Что скажете? Что скажете на это? Ну, пойдемте за ресторан. Давайте будем вызывать полицию, давайте она будет разбираться. Давайте, вызываю полицию. Ладно, не надо, ладно. Вы скандала хотите? Какой счет там вышел? Какой счет там вышел? 58 тысяч долларов и 10 тысяч долларов чаевые. Чего? Слушайте, обслуживание было ужаснейшим. Обслуживание было ужасным, реально. Это элитная бим-машина. Так, ладно, сколько он там? Я пятеру просто скину за обслуживание, все.
Давай, деньги принимай, деньги принимай. Великий он там, Кириллио Манчулио. Так, сколько там он попросил? 65 тысяч, да, получается, за все про все? Офигеть, блин, посидели, слышите? Это что такое вообще? Спасибо, приятно Все, этого будет достаточно? Этого достаточно. Все, до свидания, все, до свидания. Водитель. Знаете, куда мы отправляемся? Водитель, мы отправляемся прямо... заходите, конечно, вам можно. Заходите во внутрь. Можете осмотреться. Это что такое? Я дверь открыл. Так, водитель, нас, пожалуйста, отвезите сейчас, знаете, куда? Нам прямо сейчас нужно проехать в Сент-Шорс, в аэропорт, потому что прямо там нас ждет кое-что интересненькое. А, это секрет, это секрет. Да, присоединись обязательно. Это секрет, но там тебе тоже понравится. Тебе тоже, конечно, приятно. У нас по-другому быть не может, понимаешь? Чтобы вы понимали, я тут экскурсию чуваку теперь поставил. Он такой говорит, а что у меня в Яндекс.Навигаторе не было? Я говорю, мы только открылись, еще не добавили беточку. Я хожу, ему рассказываю. Понимаю, нормально, Кирюх. Кирюх, может, туда вообще, в принципе, устроишься шеф-поваром, да, реально, слушай, а? Мне кажется, он теперь друзьям расскажет, а прикиньте, на сервере да. ресторан так открылся. Это как сарафанное радио работает по-любому, да? Да. Клянусь, мне кажется, кстати, почему-то мало игроков знает вообще, в принципе, о существовании этого ресторана на самом-то деле. Ну, смотри, а вообще чего ты сейчас ожидаешь? Ну, вот так просто, на скидочку, вот чего бы ты хотела? Чего-нибудь красивого. Красивого, да? Ну, будет, вот, слушай, вот мы прям в точку тогда попали, сейчас 100% будет красиво. Так, ну, собственно, мы приехали, вот, и, собственно, прямо, я не знаю, я не спрашивал, но ты боишься высоты? Да нет, не особо. Отлично, прекрасно. Стой, погоди, мне нужно кое-что тебе передать. Мне нужно кое-что передать тебе, секундочку. Ты боишься вообще высоты? Тут сказал, что ты высоты не боишься, но смотри, мы сначала полетаем на вертолете, а после этого мы спрыгнем с парашютом с тобой. Ты готова к этому? Офигеть. Да, да. А ты вообще прыгал с парашютом до этого, нет? О, видишь, я говорю, мы прям в точку попали. Еще у нас, смотрите, ребята, видите, какой сегодня богатый вертолет. Все подготовили, понимаете, все. Я девушке не уступил переднее место, взял, сел ой, там. Ой, на... извиняюсь. Так, водитель, можете, пожалуйста, взлететь как-нибудь? Хорошо, что знаешь. Обязательно пристегнемся, А прямо сейчас наш пилот, уважаемый, покажет, сделает нам экскурсию вокруг нашего штата, покажет самые главные красоты, то, что мы не ценим и не видим вокруг себя каждый день. Так что, Александр, можете, пожалуйста, провести нам экскурсию по нашему штату? Вот тюрьма. Отлично! Хорошее начало, Саня, так держай, давай! Мы ее не ценим, не забывайте. Слева где? Да, вот внизу под нами. А, слушай, это какая-то, по-моему, заброшенная ферма. Я точно знаю, что там живет старый рыбак, который постоянно скупает ферму, господи, рыбу. А что бы ты хотел, чтобы мы тебе показали? Что ты еще не видела? Или видела все уже? Над океаном. А, ну полетели. Смотри, какой красивый вид отсюда открывается. Вообще бомба просто, да? Слушайте, ребят, если бы это было все по-настоящему, вживую, вот реально, в жизни, я бы не знаю, у меня бы слезы, наверное, были от такого свидания, реально. Ну, ты посмотри, Сань, ты бы, вот, ты бы расплакался от такого свидания? Да я тебе уже за Майбах бы отдал. Что говоришь? Можно телефоном пользоваться? Конечно, фотка обязательно. Вот напишите в комментариях, если бы у вас было такое свидание, как бы вообще вы на это отреагировали, как вы себя вели вот просто в течение всего этого свидания, потому что, не знаю, у меня просто было бы столько эмоций. У меня, к сожалению, такого свидания ни разу не было, но надеюсь, когда-нибудь оно такое будет. Блин, ну красота реально. Ну реально красота, ребята, реально красота. Все нормально, не переживай, у нас опытный пилот, он пролетит над мостом, не переживай. Вот Саня, под мостом надо пролететь. Не переживай, все хорошо, видишь? И вот над этим мостом, Сань, тоже пролетит. Давай, Сань! Ну, Сань, ё-моё, ну! Могу сейчас сделать второй круг. Давай. А ты сможешь пролететь над этим? Я не уверен. Да, вообще не говори. А сейчас погоди, это еще не все. Сань, ну давай, вот это разворачиваемся и под ним. Сань, у тебя получится. Сань, нам нужно по максимуму впечатлить ее сегодня, понимаешь? Чтоб у нее просто воспоминания остались от этого дня навсегда. А у нас лопастя не пройдут. Пройдут еще как, с левой стороны пройдут. И что там места сколько, смотри. Все будет хорошо, не переживай, у нас опытный... Все нормально. Я просто на секунду реально так. Да не, все нормально. Просто понимаешь, свидание это не просто романтика и красивые виды, нужен еще адреналин. Вот, поэтому этот адреналин мы сейчас и получаем. Блин, я надеюсь, ей понравится в целом наше свидание, но понимаете, это еще не все. В конце ее ждет очень крутой подарок, от которого она будет 100% в восторге. Это я вам прям гарантирую, ребят. А у тебя готов парашют, скажи, пожалуйста? Да, готов. Ты готова прыгать? Да, да.
что? Давай, на счет три. Прыгаем, а, прыгаем, мы прыгаем, два, подожди, дай в набор уйти. Все, прыгаем, 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 прыгаем. О, а где парашют? Я говорю, у тебя нет парашюта, дебил, блядь. Какой ты дебил. А я надеюсь, у нее есть парашют. Да, она приземляется. А где она? Я не вижу ее. А вот, она летает рядом со мной. Саня, у тебя есть аптечки? Я посмотрю. Блин, нету. Я не знал, что у меня... Я не знал, что перед полетом нужно было надевать парашют. Я реально не знал. А да. я вижу, она летит. Ну, облажался, ребята, на свидание. Ну, что сказать? Ну, бывает такое. У нас кое-что пошло не по плану немножечко. Я думал, что парашют надет, но он оказался не надетым. Вот. Но благо я приземлился прямо в песок. Вот. Хорошо, что не на камень, поэтому сейчас водитель мой придет, он поднимет меня буквально немножко. Отвлекает внимание. А ты же врач, погоди, ты же врач, вот ты же. Я хотела это сделать. А давай поднимай. Давай, покажи, на что ты способна. Нужно я не понятно. Понятно. А то без аптечки поднять меня никак, да? Ну понятно. А у нас 4, например. А что еще нужно? Привезти. Да смотри, я как минимум упал как бы ну, с большой высоты, там, ну, метров 500, почти 1000 точно. Мне, ну, на шатырь, как бы понимаешь, но вряд ли поможет. Блин, какой неудобный. У меня как минимум, мне кажется, все кости переломаны уже. Надо будет шину делать, а там еще... А, точно, шину надо делать. Сань, ты можешь нормально приземлить? Саня! Саня! Саня, что ты с вертолетом сделал, Саня? Мы как его в аренду потом обратно сдавать будем, а? Ой, 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 Саня! Саня, только не на меня, Саня, только... Он застрял, ты дура, сука! Прячься, беги, 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 прячься. Блядь! Блядь! Саня, ты издеваешься или что, а? Ты мог нормально приземлиться, Саня! Он не останавливается! Саня, ты с ума сошел или чего, а? Ты можешь двигатель заглушить, а? Все, ребят, нас подняли, приехала скорая, все, в общем, обошлось. Итак, Александр, прямо сейчас, я думаю, мы подойдем с тобой к финальной точке нашего сегодняшнего свидания. Значит, смотри, Саня, нужно, правда, съездить ко мне домой, потому что подарок находится там. Да, поэтому едем к моему дому. И, собственно, ребята, ну, нужно просто сделать ей хороший подарок, потому что она действительно этого заслуживает, она реально очень хорошая девочка. Слушай, а ты вообще как подарки любишь? Да, конечно, любит подарки, но больше не дарит. А, больше... А, даже так? Ничего себе. Слушай, может, тогда не будем дарить ей то, что мы будем дарить Саня Раса, да? В общем, ну я думаю, ребята, в принципе, догадались, что за подарочек будет, но в любом случае мы сейчас подъедем, кто мы все это вам покажет. Тебе нет, Саня, тебе нет. Нет. Так, ребята, вот тот самый геттер, который я когда-то выиграл у нее в гонке. Но, что самое крутое, она же вообще не знает историю этой машины, потому что тогда, когда мы ее выиграли, она выглядела вообще совершенно по-другому. Она была не фул прокачана, но зато сейчас мы ее полностью прокачали. Вначале мы ее прям идеально сделали, поэтому я уверен на 100% она обрадуется этому подарку. Так что, так, Александр, а вы куда вы отъехали? Сразу, вы как выезжаешь направо, там... Нормально у меня так-то сосед живет, вы посмотрите, что это за машины вообще такие, а? Давай, а направо, вы... здесь фонарный столб идеально, давай. Ага, так, секундочку. Вот сюда. А, вот, вижу. Ты же помнишь эту машину? Офигеть. Да, это тот самый Nissan, который мы выиграли тогда у тебя в гонке. Только я, так сказать, взял на себя смелость немножечко его приукрасить, прокачать. Мы так подумали и решили, что в тот момент, когда у нас была тогда гонка, это было не совсем честно. Мы хотим отдать тебе этот геттер обратно. Вот, поэтому... Да. Вот, поэтому прямо сейчас я и ребята ее... Это же было честно все-таки. Нет. В любом случае, ты заслуживаешь, чтобы эта машина была у тебя. А почему? Я ты тоже не заслуживаю. Ты не можешь купить машину? А почему? Мне просто гаражных мест не особо много. Ай, блин. Реально? Я могу взять ключики и кататься на ней. Ну, конечно можешь, да. Но ты смотри, я тебе могу просто отдать эту машину, как бы в любой момент, как бы вот. Ну, смотри, ну ладно, короче, скажешь, когда тебе будет удобно забрать эту машину, я тебе сразу ее отдам. Слушай, ну, в принципе, все, это конец нашего свидания. Как бы на сегодня программа закончилась. Там туда тебе как вообще понравилось? Большое, да, ну, тебе спасибо, на самом деле. Мне было очень приятно снова увидеться с тобой. Целую я. А я не могу поцеловать, Саня, только женатые люди могут. Я, может, куда-нибудь докинуть, куда-нибудь отвезти? Ой, было бы неплохо, на самом деле, для дома моего.
Ты не запомнил, где мой дом? Да, я помню, где ты живешь, я помню. А давай я тебе на Гэттере, давай. Реально, все, Сань, ты же сегодня с собой, Сань, ты уволен, все. Езжай отсюда, давай. Нет, заебало. Нет, кстати, нет, слышь, сопровождай нас, чтобы красивенько было. Я в любом случае Гэттер оставлю как бы просто у ее дома и все. Все. Тебе спасибо большое. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Это последняя гонка Торетто. Она сказала, надеюсь, или я не услышал. И тебе удачи, все, спасибо большое. Сань, ну что, как в целом свиданка прошла, нормально? Это наш последний заезд. Подожди, стой. Сань, ответь на вопрос, Свидание хорошо прошло? Я надеюсь, Были фейлы такие. Какие фейлы были? Все было идеально. Все было прекрасно. Свидания всегда такие. Всегда. Ну да, я согласен. Свидания никогда не проходят идеально. Мне кажется, самый главный фейл был в том, что мы поехали в этот ресторан, где шеф-повар, вот этот человек, который нас обслуживал, реально. В общем, ребят, я надеюсь, вам понравился этот видос. И поставили лайк. Наконец-таки это долгожданное свидание произошло. И я обязательно дам этот Гэттер, как только она соблюдет свое гаражное место, как только она мне скажет об этом, это 100% произойдет. Ребят, вы не думаете, что я буду обманывать ее или что-то типа того. На этом сегодня все. С вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе, Сань, Ликсфокс, Гирюха, Варпач. Не забывайте пользоваться моим промокодом Кофе, который есть в описании, конечно, под этим роликом, который дает 12 баксов в статус на 10 дней. Я реально сегодня переживал, честно скажу, реально нервничаю, потому что свиданок в реальности вообще давно не было. И я уже забыл реально просто, каково это. Поэтому, друзья, я в любом случае надеюсь, что вам это понравилось. Ну все, ребят, на этом сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока, ребят.